связи с усилением карантинного режима управление по вопросам миграции МВД Почувашии рекомендует иностранным гражданам и лицам без гражданства, пребывающим на территории Чувашской республики, при истечении срока законного пребывания написать заявление о его продлении до 90 дней. В случае истечения срока действия виз, разрешений на работу и патентов для работы на территории России необходимо обращаться в управление. Телефон предварительной записи 24 19 29.